Всем здравствуйте! Хочу показать сегодня запечь курицу. Как я запекаю курицу с яблочками в духовке. Я беру вот такую большую курочку. Я ее помыла, просушила. И теперь натру ее специями. У меня специи здесь обыкновенные. Перцы, черный перец, паприка, чесночок. Смесь приправ для курочки. Все хорошенько тщательно втираем. Внутрь тщательно всего побольше. Режем яблочки. Яблочки режем в произвольной форме. Понадобится всего, если большое, одно яблочко. У меня маленькие, поэтому я решила два. Вот такая курочка у нас получилась. Сейчас я ее оставлю, чтобы она промариновалась хотя бы полчасика. А затем поставлю в духовку. И буду жарить. Вот такая сочная, аппетитная, с яблочками курочка получилась. Я ее сейчас разрежу. Такая курочка. Сочная, вкусная, аппетитная, красивая. Готовьте. Ну и всего хорошего вам. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки.